Всем добрый день! Сегодня будем делать снежки. Это снежные шарики из яичек. Фаршировать их будем жареными грибочками с луком. Сверху посыпем твердым сыром. Зелень нам понадобится для украшения. Ну и немножко нам надо майонеза. Для начала моем тщательным образом и измельчаем грибы. Жарим грибочки с луком до готовности на растительном масле. Грибочки уменьшились в объеме. Теперь добавляем лучок. И жарим все вместе. Солим по вкусу и перчим. Яички разрезаем. Желточек удаляем. Желточек будем измельчать. Добавлять в грибы. Также солим, перчим. Тщательно перемешиваем. Начинка готова. Блюдо, на котором будут лежать наши яички фаршированные, украшаем листьями салата. Горочкой выкладываем и накрываем второй половинкой яйца. И выкладываем на блюдо. Продолжаем. Вот такие у нас снежки получились. А последнее яичко побольше накладываем на него оставшиеся начинки. Делаем такую горочку. Ну вот как елочка, я бы сказала. Так, это ставим в центре. Вот так можно подмять немножко, чтобы елочка наша ровненько стояла. Так, теперь смазываем майонезом. И елочку, и снежки. Теперь на терочку натираем сыр и посыпаем. А майонез нужен для того, чтобы сыр хорошо держался. Осталось только украсить нашу елочку. Вот такая закуска. Готовится легко. Состав простой, а очень вкусно, аппетитно и сытно. Надеюсь, мое видео вам пригодится. До свидания. Всего доброго. Вот так. С наступающим Новым годом!